Hello again. Today we have another Russian toy for kids. This one is the talking book, my first knowledge book. It's made by a company called S Plus S Toys. And all what you have is this panel, and the rest is just photos. Three AA batteries, or maybe AAA, I'm not sure. This is the model number DO43004R, and here it tells you what the buttons do. So let's turn it on and see. Привет, дружок! Хочешь узнать много нового и интересного? S plus S научит тебя. This is the... Пока! До новых встреч! Power on, power off. This is the volume. This is game. And here learning. Привет, дружок! Хочешь узнать много нового и интересного? S plus S научит тебя. Большой, маленький. Слон большой, а мышка крошка. Стать бы ростом со слона, вот тогда спокойно кошку навестила бы она. Красный цвет редиски. Here tells you red. Красный цвет редиски. Оранжевый цвет апельсина. Желтый цвет солнца. Зеленый цвет травы. Голубой цвет неба, синий цвет моря, фиолетовый цвет сливы. So tell you the blue, the color of the ocean, the sea, green, the color of the grass, yellow, the color of the sun, whatever. Цифры. Чтоб сумел ты посчитать, тебе цифры нужно знать. Цифры. Чтоб сумел ты посчитать, тебе цифры нужно знать. Квадрат. Все четыре стороны, и они всегда равны. Ромб. Встал квадрат на уголок, вот и получился он. Треугольник. У него углы остры. Сколько их? Один, два, три. Слово «здравствуйте». Говорить нужно всегда, видишь взрослого когда. Слово «здравствуйте». Говорить нужно всегда, видишь взрослого когда. Слово «до свидания». Говорить нужно всегда, вы прощаетесь когда. Слово «спасибо». Всегда говори это слово, когда ты получаешь что-то. Слово «пожалуйста». Добавляй это слово всегда, просишь о чем-то когда. Июль. И вот уже в разгаре лета, июль печет вовсю, жара. Но во дворах, забыв про это, с утра резвится детвора. Май. Деревья в мае зеленеют, и все вокруг вдруг зацвело. А солнце с каждым днем сильнее нам дарит летнее тепло. Февраль. Февраль – последний зимний месяц. Но февралю какая жалость, не потому ли он так не весел, лишь 28 дней осталось. Сентябрь. Давным-давно считали люди, вот новый осенью встречают. Сентябрь – это помнить будет, учебный год он начинает. These are the seasons of the year. Maybe you already guessed. Доктор, он всем нам помогает, от болезней избавляет. Капитан, видел страны и моря за штурвалом корабля. Самый главный он на судне, без него никак нельзя. Балерина, и изящна, и стройна, словно перышко она. Вертолет. Пароход. Большой, маленький. Слон большой, а мышка крошка. Стать бы ростом со слона, вот тогда спокойно кошку навестила бы она. Big and small, tall and short. Высокий,
низкий, высокий дом многоэтажный, как великан большой и важный, приземистый и низкий домик в сравнении с великаном гномик, пожарная машина. Большой, маленький, слон большой. А давай-ка проверим твои знания. Угадай, что это? Говорить нужно всегда, вы прощаетесь когда. Now it's ask you questions. By the way, this game is pretty annoying. Now it's ask you question. So what the question is? А давай-ка проверим твои знания. Покажи, где май. Where's my? Подумай еще чуть-чуть. Покажи, где май. Отлично. Угадай, а это кто? Видел страны и моря за штурвалом корабля. Самый главный он на судне, без него никак нельзя. Правильно. Покажи, где цифры. Молодец. Покажи, где квадрат. Ты просто умница. Покажи, где желтый. Молодец. Покажи, где цифры. Отлично. Покажи, где вертолет. Молодец. Угадай, а это кто? Видел страны и моря за штурвалом корабля. Самый главный он на судне, без него никак нельзя. Молодец! Покажи, где слово «здравствуйте». Отлично! Угадай, что это? Добавляй это слово всегда, просишь о чем-то когда. Отлично! А чей это звук? Doesn't allow you. You have to wait. You have to wait for the annoying sound to finish so you can make your choice. А знаешь ли ты, кто это? И изящна и стройна, словно перышко она. Попробуй еще раз. А знаешь ли ты, кто это? И изящна и стройна, словно перышко она. If you make something, if you make the wrong answer, it will ask you the same question, which is also annoying. Покажи, где цвет редиски. Правильно. Покажи, где капитан. Ты просто умница. Покажи, где желтый. Anyways. Попробуй еще раз. Покажи, где желтый. So the first. Отлично. Покажи. Пока. До новых встреч. This the first page. It's about the colors. So it's for this one. The second page is about the numbers. For this one. Third one shape. So this one. Hear about random stuff, thanking, saying goodbye, saying please, whatever, saying sorry. It's about this, the seasons, about this. Also you can see the same photo here and here. Proficient for this, transportation for this, and tall and short, whatever. Yeah, so this is S plus S, which I think is very annoying and it's very loud. Thank you for watching.